винегретик. Палочка чистит картошечку, морковочку. И будет резать еще и лучок. Я вычистила свеколку. Буду резать свеколку и огурчики. Разделение труда. Делали с палочкой винегретик. Такой вот красивенький. Такой вот хорошенький. Сейчас будем. А через камеру смотрю и в тарелку не попадаю. Через камеру такая. По краю тарелки. Сейчас немножко перекусим. Всем, ребятки, кто с нами будет перекусывать. Через камеру смотрю, то я мимо положу. Всем приятного аппетита, дорогие мои. Доброе утречко всем, дорогие мои подписчики, зрители. Собираюсь завтракать. Вот такой сегодня у меня завтрак. Не знаю, ребята, не знаю, чем себя потешить, чем себя утешить. Ему все равно ни черта не понимаю, ни нюху, ни вкуса. В общем, поджарила. Пол картошенки было у меня. Винегрет вчера делали. Вареной поджарила яйцо, положила вот майонез, горчички немножко, в общем, перцу да листу добавь ведристу, намазка сырная, хлеб, кофе с молоком. И вот времени 11 часов, я еще не завтракала. Потому что я не хочу. Я не хочу. Я смотрю, и меня с души воротит. Не хочу. Но надо что-то в себя запихать. Всем, кто завтракает, ребята, всем приятного аппетита. Пошли на прогулку с Ириною. Нету еще. Думала, уже ждет меня тут стоит. Нет, ой, свет не выключила опять. Ну сейчас пойдет, Ира выключит. Не буду возвращаться, не хочу. Как сегодня на улке? А на улке сегодня утром было 12, сейчас вроде бы все поднимается температурка, потому что снег прошел. Где-то 8-9 обещали. И днем пойдем прошвырнемся по Бродвею. Свет не выключила. Я не захотела возвращаться, Ира. Думаю, ты пойдешь, увидишь. Да ладно, выключит кто-нибудь. Скоро уже потемнеет. Что тут это? Скоро потемнеет уже. Ну, пошли. Серега уже. Не несешь сегодня ничего. Все сама съела. Ничего голубкам не оставила. Все сметелила сама, да? Пошли. Палыч уже приехал у меня. Видишь, он уже стоит. Быстро он съездил к этому, к доктору. Моментом. Все хорошо, Ира. У него все анализы отличные. Все отлично. Представляешь себе? Все. Там и креатинин, и СТЛ-то. Он же как для онкологии сдавал все анализы. У него развернутый. Вот тей ковидом человек переболел. Вот его спасли. Его спас преднизолон и дексаметазон. Гормоны. Я вчера спросила в аптеке. Я вчера заходила в аптеку, покупала для своей этой беды свечи. Вот. И разговаривали с ней. Такая хорошая девчонка-то она. И я ей рассказала. Она говорит, да. Его говорит, спасли гормоны. А меня что А тебя Какие ничего. Гормоны меня не спасли. Ну, так ты. А ты как болела-то, Ира? Ты как болела? А он ведь он принимает годами этот преднизолон, дексаметазон. Годами. А ты этого не принимала. Тебя спасали этим. Тебя этим спасали, когда ты уже разболелась. Не сравнивай. Хрен с пальцем. Погнали. Что-то в какой-то. Что там у тебя намотано сегодня нарыли? А, это намотано. А я все. Челюсть не отвалилась. Я вчера себе черную купила. Так, в аптеке. Медицинскую. Вот, так все. Они продаются разные, такие синие, зеленые. Да, красные. Да. Всяких цветов радуги. Я тебе хотела тогда показать, но так и не показала. Ну все, погнали наши городских вилами. Погнали. Коварила Сира в аптеке. Ну-ка. Опять на 500 вышло. Ну-ка, покаж. Свой. Вон. Ужас. Целое это. Ну вот что делать-то? О, целый куль. Щельный куль. Ешь не хочу. Я все говорю, второе питание наше. Да, ну ладно, хорошо, скидка у тебя сегодня, да хорошо, да? 160 минут.
210. 210 минус. Да. Ну, хорошо. Хорошо. Конечно. Ага, ну пошли. Правильно, все так и надо делать, молодец. Так, скользко, все подтаяло, вообще ужас какой-то тут у нас в фактории. Угробиться можно, убиться. А? Как сырой снег. Так, да, противно вообще какое-то. Мы вчера шли, да прямо ледяной дождь. Вчера очень колючий был снег, мы вышли. Прямо ледяной дождь, правильно ледяной ты дождь. Говоришь, да? Так ведь градусов-то было много, Ира. Ледяной-то дождь, что бы ему ледяному дождю-то идти? Градусов-то было прилично. До 12 градусов. Ну, так все равно. Ледяной. И сегодня такое ощущение, что как будто влажность как будто какая-то, да? Ведь по схеме написано. Ой, ну не могу, разговариваем сейчас про преднизолон. Разговариваем, сейчас идем. Она говорит, я говорю, ты-то вот что? Вот. Она говорит, вот. Я-то ну, разговариваем все про все, у нас это не разговор про болезнь, блин. Ой, он, когда я говорю, так тебе вроде бы тоже выписывала, ты выписывали, ты говорю, почему не пьешь, Палыч-то пьет. Она говорит, что ты сказала? Ты говорит, мне прочитала. Прочитала, что вплоть до летального исхода. Я и так еле дышала. Если не от коронавируса, так от этого умру. Там, говорит, кости разрушаются. Ты мне, говорит, прочитала. Я что-то я не помню. И сказала, говорит, кости разрушаются, все разрушается, и вплоть до летального исхода. Я, говорит, вам отдала. Я говорю, пейте. Пусть Сережа пьет. Вот ты какая подружка, Нюшка. Ну, вот сгубить хочешь у меня? Получить? У него не разрушается, у меня разрушается. Ой, ребята. Ой, вышли опять две дурочки на прогулочку. Господи, а снег идет. Да. Смотри, что делается, валит. Снег. Ой. Ужас, ужас, ужас. А ветер прохладненький, руки мерзнут. Побежала. Идем разговариваем. О чем мы заговорили-то? О чем мы заговорили-то тоже? Ой, кто-то умер или что-то тоже. Тоже заговорил о смерти и жизни, да? Вот. О вечной. Раз убежала сниматься, не хочешь ничего и там, и не кричи. Не буду про это говорить, не буду. Видишь, убежала. Убежала. Давай, подожди, постоим немного. Ира, колбаса-то краковская была 499, стала 549. Стала. 549. Нет, не буду покупать. Не буду, 550. С ума сойти. Не буду. Что мне 100 грамм-то? Что мне? Мне надо... Заглотила. Да, нет. Ну-ка, 499 стало 549. Ну что, обалдели, что ли? Была. На 500, на 50 рублей подорожала. Офигеть, не буду покупать. Все равно вкуса не понимаю, что я буду. Ну, так, тогда и не это, и не это. Не это и не то. И не это, и не то. Корона. Не то пальто, как Юля говорит. Не то пальто. Вот. Почему? Потому что здесь добрый, дороже все. А это не добрый. Это, да? Там добрый сок, а здесь не добрый. Вот такой намордник я вчера купила. Такие маски-то черные. Правда, у них легче дышится. Они какие-то не с такой немножко ткани сделаны. Но я спросила, говорю, медицинские маски-то? Она говорит, да, медицинские, в аптеке покупала я. Зашла в апрель. Купила колбаски. Ира куда-то вперед упылила. Пошли до парка прогуляться. В парк пришли. Снег, снег, снежок. Эх, снег, снежок и белая метелица. Где ты, Ира, прячешься? Под елкой, что ли? Не вижу. Куда угребла? С горки, может, катается? А, вон она где. Вон она идет, вижу где. Ага. Ой, не говори. Я такая вышла в маске. И Ира говорит, что в маске-то сними, сейчас сниму, я и забыла. Вот такая елочка стоит тут. Вечером огонечки горят. В прошлом году фотографировались. Да. В прошлом? В прошлом? Да? Ага. А? Времени час? Времени, конечно. Да. А как? Мы пошли пол первого с тобой. Во, 8 градусов показывает. 8 градусов. 8 градусов. Да все.
А мы стоим. Мы стоим, нам некогда. А мы будем стоять. Езжайте давай, мужик. Ира такая машет, проезжайте, проезжайте. Они нас пропускают, стоят. Видишь, еще на камеру снимаю. Встали такие. А Ира машет, проезжайте, проезжайте. Мы не идем. Мы ждем, пока вы проедете. Ира смотрит бабушки календарь. Иконные лавки ей надо с этим, с богами, с иконами. Цены, ребята, посмотрите у нас. Зубатка пестрая 690, копченая горбуша 650, треска 640, окунь 850. Рулет скумбрия горбуша 700 рублей, зубатка пестрая 710, палтус 1115, скумбрия 520. Охрендеть! Охрендеть! И это мы, город, порт, да, трескоеды, город рыбаков и моряков у нас. Добываем, да, у нас ходят траулеры, ловят, добывают, да. Рыбокомбинат такой у нас был огромнейший. Ну, сейчас маленькие такие тычки, растычки сделаны. У каждого свое все прихватизировали, все раздробили. И вот такие цены на рыбу. Да когда нормально, нет. Раньше треска стоила 48 копеек у нас. Свежая. А сейчас треска. С ума можно сойти. Обалдеть. И хошь, да не поешь. Да, идем с Ирой, разговариваем. Цены, говорю, такие бешеные, да? Дороговизна. Мойва свежая 400 рублей килограмм, ребята. 400, это обалдеть. Это где видано такое? Ира говорит, что в Золотом море, говорит, поймали, что ли? Эй, золотая рыбка! Эй, эй, золотая рыбка! Ты что, не слышал, что ли? И рыба вообще сейчас вся такая, она невкусная. Раньше купишь, вот она только что сейчас говорила, да? Про камбалаёж, да? Да. Купишь ведь, мочком отваришь. Да. Такая красотень. Такая вкуснотень. А сейчас, вон про палтус, да? Палтус купила, красивый, да. Белый. Все, отварила. Ну, привкус какой-то. Сняла шкуру, под шкурой все ржавчина. Да. Где оно было? Есть, да, потому невозможно. Что цены-то такие теперь заоблачные, как ты я говоришь. Я ела, давилась, потому что 500 с лишним рублей заплатила. Да, цены от самолетов. Вроде хочется. И город рыбаков. Я сама на рыбокомбинате отработала 11 лет. Мойва была 20 копеек. Да. Треска я не знаю. Теперь 400 90, рублей. 90 что ли копеек или 48, не помню уже. Треска-то свежая? Да. 48 копеек 48 была. 48 копеек. Соленая 50 была копеек. Наверное. Я помню, что я в мойвенном цехе работала. Да. Мойва 20 копеек, все правильно ты говоришь. Теперь я-то в магазине работала, рублей. Я все цены помню. Ну что это такое, а? Да. Все было в отходах. Икра от селедки, все у нас шло в отходы. Теперь у нас икра 150 грамм, стоит 120 рублей, дороже, чем сама селедина. Дороже, чем сама селедка. Потому что там дети селедкины, там их много. Мы раньше все выбрасывали в пищевые отходы. Всех детей выкидывали вы. На помойку. Мы не решали никуда. Теперь все в продажу идут, все хвосты, да-да. Все жабры, все идет. Языки какие-то. Ну, идет. Языки это деликатес. Тресковый этот, раньше что? Нет, что, язычки там, как жаришь. Все, кто там? У нас ничего там не делали, языки помочков. Ну, вот раньше Ира, сейчас вот все. А теперь да. Всякая срань, все идет это, и цены заоблачные. Да. Если бы были наполовину дешевле, все старухи бы все разобрали. Не да, старухи, конечно. Пенсионерки. Вот мы да. Пенсионерки. Да вот, палтус, вот ты... мы две пенсионерки. Палтус-то, понимаешь, он до чего долежал уже этот палтус, Ира? Он уже и таял, и мерз снова. Дефростацию не одну прошел, потому он уже и ржавый под кожурой-то. Под корой-то. От селедки кожура. Он красивый, сам-то по себе. Я ведь взяла, что он прямо, ну, беленький, на срезе. Да-да-да. Ой, рука замерзла. Все, отмерзла рука. Так что идем и ворчим. Ворчим, ворчим. На наше государство. Смотрите, какая красота, идем, нарисована, да? Вот молодцы. Не то, что всякими там распишут какими-то этими, разрисуют, какая красота. Маяк. Дом-то тралфлотовский, Ира говорит. У нас же вот, говорю, у нас свой траловый флот. Вот. И дом-то от тралфлота. Видимо, здесь
рыбаки, моряки живут. Вот, наверное, ребята разрисовали. Молодцы, очень красиво. Молодцы. Там дальше где-то корабль, говорит, будет. Сейчас дальше пройдем. Включу. Очень здорово. Вот тут нарисовано тоже. Красота. Тут что, водоросли, что ли, нарисованы? Да. А, я говорю, то ли рыбы, то ли чего, не пойму. Водоросли. Да, водорослевый комбинат у нас тоже. Свои водоросли ведь на Соловках добываем. Все свое. А цены с нас терут. Так. А где ты, видишь, корабль-то нарисован? Ага. Сейчас снимем, делать нам нечего. Вроде мы гуляем. Ух ты! Ну, молодцы, конечно. Видите, какой дядька. Каптан. Вот красота. Посмотрите, как домик расписали. Лайда. Пароходик. Смотрите, как издалека красиво. Да. И 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных. Все равны, как на подбор. И с ними дядька Черномор. Трактор, что ли, идет? Вот, видите, чистят тротуарчики. Тракторок идет. Малыш приехал с поликлиники, купил мандаринчиков. А я пришла с прогулки, купила колбаски полукопченые, ливерной себе колбаски купила, ливерной, и две редины купила. Палыч попросил, винегрет доедим, надрем редички.